Красной площади стали парады в честь победы в Великой Отечественной войне. Вместе с русскими, украинцами, белорусами, грузинами и многими другими в этой войне сражались и сыны казахского народа. Встречайте оркестр и роту почетного караула Республиканской гвардии Казахстана. Руководит оркестром подполковник Талгат Бердигулов. Начальник почетного караула Республиканской гвардии капитан Канат Азимбаев. Добро пожаловать, уважаемые друзья! Кошкильдинездер курмети дастар!
Ленинградский оркестр уходит с площади под музыку Арно Бабаджаняна. Лучший город земли. Замечательная песня на стихи Леонида Дербенева звучит в устах этих ребят как объяснение в любви Москве.